Майстрыцы Магілёўшчыны рыхтуюцца да свята Александрыя, збірае сяброў. Распачаты 2 гады таму самы вялікі саматканы пояс у свеце зараз мае 72,5 метры у даўжыню, і ў ім закладзены арнаменты ўсіх раёнаў нашай вобласці. До створения пояса руку приклали майстрицы усих районов Могилевщины. Тому ён зихотить от разностайности колеров и орнаментов. Каждая мастерица приезжала с района нашей Могилевской области и привозила свой кусочек своей родной земли, где она отражалась, ее орнамент именно данного района. Тут вытканы символы земли, солнца, засеянного поля. Самые старожитные орнаменты, якія у народе лічатся обярэгамі. Девочкам очень интересно, ведь прежде чем сделать свой кусочек пояса, проходит очень исследовательская работа, где девочки каждая должна узнать именно, чем интересен был их пояс региональный. 2 гады пошло на его выраб, але ён еще не завершенный, говорить майстрицы. На купальском святе Александрея, збирая сябру, пройдет майстер-класс по ткацтве. Там гости смогут принять удел у створении рукотворного цуда. Татьяна Дмитриева, Виталь Вопсил, Новини регион.